Добрый день, с вами Айнан Ас. 31 декабря каждого года отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира. Давайте узнаем, что наши соотечественники знают об этом празднике. Скажите, пожалуйста, какой праздник мы отмечаем 31 декабря? 31 декабря мы отмечаем День солидарности азербайджанцев во всем мире. День солидарности, и вообще, я думаю, что это очень самый хороший праздник, потому что все народы должны быть вместе, особенно те народы, которые многие живут за рубежом. Ну, в основном все думают Новый год. Ну, не Новый год, конечно. Хамрелигюну мы справляем. Так, надеемся, что наш народ когда-нибудь будет все вместе, все 50 миллионов, которые живут в разных частях мира. День солидарности азербайджанцев, всемирных, да, и праздник Нового года. День единства азербайджанцев всего мира. Хотелось бы отметить, что нашим официальным спонсором является Bank of Baku. Bank of Baku представляет вашему вниманию BOW-карт – кредитную карту, позволяющую совершать покупки с максимальным удобством. У вас есть BOW-карт? BOW-карт есть, пока еще не использовала. Кому нужно будет, я даю свой карт, они используют, потом вернут. Нет. Эта карта дает какие-то преимущества при покупке в магазинах. Новая компания BOW-карт позволит владельцам карты с рассрочкой на 1 месяц получить рассрочку на 2 месяца. Владельцам карты с рассрочкой на 3, 6 и 12 месяцев – 3 бонусных месяца и рассрочку, таким образом, на 6, 9 и 15 месяцев. Владельцы BOW-карт MasterCard при оплате покупок в интернете и за рубежом получат рассрочку на 2 месяца. А как вы понимаете солидарность? Что мы должны делать в этот день? Солидарность, то есть мы всегда должны, не только в этот день, всегда, каждый день мы должны поддерживать друг друга, все азербайджанцы во всем мире. Человек все должен быть солидарным, независимо от национальности. Во всех религиозных книгах пишется любовь, любить. Когда человек любит, никогда плохое не будет думать, пожелает другому счастья, потому что он сам чувствует, что такое счастье. Ну, солидарность как? Понимать друг друга, не грубить. Желательно матом не ругаться, не пить, так скажем, ну, солидно себя вести, культурно разговаривать и общаться, разговаривать, отдыхать культурно. В этот день мы должны все качества, которые присутствуют нашему народу, доброжелательность, гостеприимство, обращать их к окружающему, друзьям, родственникам, близким и так далее. Мол, в смысле, развивать все положительные качества, которые в последнее время утрачиваются. А с каким событием связан этот праздник? После чего он был учрежден? Это наш конструктор, лидер Гейдар Алиев, он это создал, вот этот праздник. Много уважаемый национальный лидер Гейдар Алиевич был инициатором этого дня. Ну, это, конечно, Гейдар Алиевич, лидер азербайджанской нации. Если его не было, может быть, даже сейчас Азербайджан не существовал, потому что каждый человек амбициозен. Но есть какие-то вещи, когда народ должен быть единым. Я откровенно скажу, я уже забыл, конечно. Было бы хорошо, что помнил, но я забыл. По-моему, Гейдар Алиев это учредил, что этот день все азербайджанцы будут солидарны. Трудняюсь сказать. 31 декабря 1989 года были разрушены пограничные заграждения советско-иранской границы. Тысячи азербайджанцев смогли побрататься со своим соотечественником, проживающим на территории Ирана. В тот же день в Стамбуле начал свою работу Всемирный конгресс азербайджанцев. С вами была Чинара Гулиева, Айнан Ас.